Йо, гайс, мы широки, мы продолжаем пройти по названию Фрейдж. Так, если вы не забыли, мы с вами остановились на том, что у нас есть с вами две локации. Именно иных. То есть у нас есть вот это, музей. Так, скелеты я не помню. И вот это вот. Я думаю, давайте начнем с Египта. Поэтому полетели. Давай. Построить. Готово. Так, здесь, скорее всего, будут ловушки, блин, хп у меня мало. А, и нужно будет артефакты эти. У меня два теперь яйца. Откуда у меня яйца? Ну ладно. Это что, Enter the Gungeon? А, прикольно. Это, знаете, типа, отсылочки на другие игры такие, типа, где ты комнаты проходишь. Так, ладно. Да, главное... Это что, секретный уровень? Так, подожди, что здесь? Ай. ГГ! А сейчас мы по-тихому возвращаемся обратно. Хотя, смотрите, он может их ломать. Вот это херово пошло, ребят, потому что у меня хп нету. А я не хочу сдохнуть. Блин, нахера, вот нужно было оставить хпшку немного. Теперь буду вот это мучиться. Я мог еще рыбу просрать так. ГГ. Ладно, давайте пока она готовится. Ну, я немножечко возьму. Ладно, пускай готовится, мы сейчас быстренько тогда с вами сбегаем. Мужику, у которых яйца хотел посмотреть эти. Так, если не ошибаюсь, он где-то здесь был. Давайте я раскопаю, тут полностью закопался. Что? Это такой перевод кривой? Ладно, я понял. Хороший. Сферу дали. Ладно, теперь я не буду обсираться. Вот теперь мы будем не спеша все делать. Потому что я мог запросто обосраться из-за хп. Не сюда, да и наверх. Так, где-то моя тут тропинка должна быть. Готово. С 3 хп я точно пройду. А, заново все. Окей. А в сундуке, видите, не заново. Так, а что у нас здесь?
Так, там еще внизу что-то есть. Нормально. В чем сложность? Так, давайте я сначала сбегаю. Хотя, давайте я сначала сюда сбегаю. Теперь мы сбегаем в эту сторону. Здесь мне нужно больше камней, так? Так, хилимся. Ну, то есть энергию восстанавливаем. Так, здесь мне не пройти, ладненько. По идее, я могу как-то здесь, да, вот украсть камушек. Стой, так ты нажимаешься? Нет. И здесь я пройти не могу. Смотрите, что мы делаем. Ладно. Где мой скелет? А, вот он. Куб, не воруй. Давай, 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 давай. О. Драгоценности. Оп, оп, оп. Я понял. Теперь мы этот куб забираем. Пешку пополняем. Ну это просто, знаете, сделаны так, враги. Готово. А, так это... Нифига себе, жезл молний. Ладно, я понял. Здесь мне придется возвращаться. Здесь мне придется возвращаться. А тут, наверное, и стенки, да, хрупкие есть? Так, и второй сразу принесем сюда. Пропинали. Ой. Так, сразу хп-шка, хп-шка. Так, дальше тебя я забираю. Здесь мы проскакиваем и используем палочку. А, так он атакует все-таки, нихера себе. Так, это у нас босс-ключ, да? Проход к боссу.
тут я был. Получилось только сюда. И там босс. Давайте я похаваю напоследок. И попробуем жезл. Элемент грома. Нихера себе. Ух, ё-моё. Не то. Подземелье, найс. Найс, отхилился. И заново. Ну, в принципе, ладно, я здесь могу таким образом делать. Что да, тупо, что мне заново теперь проходить это. Что мне заново это проходить. Но считайте, что это наша первая вообще-то смерть была за всю игру. Сейчас мы идем с вами за ключом. Давай сюда. Возвращайся сюда. Готово. Посох молний. Так, сейчас нужно быть осторожным. Чтобы опять не обосраться на боссе. Ладно. А, так я могу бить и отходить. Есть, что мне задают. Расхититель гробниц. Древняя печать. Плюс сфера. Ну вот. Ну вот. Так, использовать. ХПшка, ясное дело. Так, и у нас еще одна реликвия остается. Ну, не реликвия, а место встречи. Это вот место, еще одно логово, лабиринт. А почему теперь я могу поджигать? Странно. Есть одно важное правило: всегда нужно идти по правой стороне. Ну, и я пришел к сундуку. Видите, как хорошо. Так, здесь я был, там я был. Вниз. Мне скорее еще кажется, нужно еще все эти поджечь факела. Так, возвращаемся. Мне кажется, если я все подожгу, мне еще что-то дадут. Может, я смогу потом все факела поджигать?
Я правильно дорогу выбрал. Просто кто его знает. И в конце стопудово будет боссик. Либо это просто для того, чтобы я не потерялся. Так, а теперь мне немного, кажется, я немного не туда свернул. Так, это общая дорога, я понял. О, алтарь! Это, наверное, если я хочу сразу, да, алтарь открыть. А, да, я тоже заметил, что с врагов начали деньги падать. Ну и сундук. Ладно, мне нужно более правее держаться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут два сундука должны. О, большой скелет мне нужен, приятель. Приятель, ты мне не ты мне необходим. Поджигаем все, что тут есть. Черепа нужны. А, давайте. Еще будет урон повышен. Войну. Мне интересно, сколько у меня черепов сейчас. 4. Мне нужно на 10, да? Раньше черепа выпадали из таких вот врагов. Но сейчас только здоровяков. Это плохо. Я надеюсь, вы дорогу запоминаете, ребят. Некрожезл. Некро, некро, некро. Некро, некро, некро. А лабиринт большой, карты нету, да? Так, нет, я туда пошел, к ним. Так, здесь у нас второй, да, сундук? И это куда мне, по идее, нужно? Хотя, ладно. Печать черепа. Плюс сфера. Все? Да, все. Оказывается, это довольно быстро. Очень быстро, на самом деле. Много камушек. Давайте тогда я сейчас попродаю все, что мне не нужно. Попытаюсь разблокировать еще земли, больше земель. И что вообще тут продается? Микросхемы. Использовать. Большой. Бля, давайте я еще шейных этих понаделаю. Создать швейных мастерских и пускай мне херячит то, что мне нужно. А мне нити нужно хера. Ладно, пускай делает. Мне очень много нити нужно. Хера не вижу. Королевская лопата.
меч. 10. Давайте пускай меч лучше будет улучшен, да? Меч. Меч, меч, меч. Перчатки эти. Готово. Создать большой мешочек. Но все равно мне два удара нужно. Меч друида. О, теперь он ваншотит. А, подожди, у меня и кирка ваншотит. Ну, меч же по радиусу бьет все-таки. Не будем забывать. Сейчас еще эти две вещи тоже создадутся, будет шикарно. Три. Что-то кошелек быстрее делается. Большой кошелек. 75 монет. Огромный, огромный. Кристаллы и звездочку можно купить. Обычные ботинки. Обычные перчатки. Золото мне нужно. И много стекла. Золото, золото, золото. Золото, золото, золото. Так, что здесь у нас по деньгам? Нормально у нас тут по деньгам. Нужно еще музей будет до конца открывать. Хлопка нужно много. Так, давай создавай ты пока. Королевскую создавай. Мы с вами сейчас посмотрим, что здесь можно. Майонез, хавчик, короче говоря. С хавчиком у нас же все там готово, да? С хавчиком у нас там все окти. Давайте тогда вот что сделаем. Еще что-то не найдено, не найдено. По землям. Я все земли купил внизу. Так, а, точно нужно еще в этот зайти. Погнали, пока я не забыл. Музеймс. О, сколько здесь еще всего. Так, хорошо. Хорошо. А куда яичко нужно было? Здесь не хватает свитка. Здесь не хватает пиццы. Здесь мне нужны огненные цветы. Короче, три вида цветов. Здесь дохера чего. Яйца, перец, тыквы, золотое яичко.
Так. Тут что? 50 изумрудов и кирка. Ну, здесь понятно. Здесь самая долгая сборка. Так, короче, пицца. И растительность. Так, и да, давайте, наверное, еще сбегаю. Пицца. Что для пиццы нужно? Сыр. Сыр. Сейчас создадим. Молоко. Так, а для этого мне нужны банки. Банки. Ботинки. Give change attacks. Так, ладно, пока ты нити создавай. О, у меня даже два ивает. О, так я могу тебе закинуть еще денежку. Ну, давай я ей закину. Спасибо, вы так добры. Прошу, возьмите это в знак признательности. Аура феи. Он ли свет? Да, просто свет. Считайте минус денежка. Много денежек. А, мне еще бабочек нужно наловить, точно. Так, стоять. Бабочки в зимнем биоме. Что тут еще было? Кристальный меч. Ну блин, я тогда это трачу. Королевскую сталь. Можно монет просто насоздавать себе. Я манал, да и все. Ладно, погнали в этот биом. Да, кирку надо улучшать. Что это за банка? О, неплохо, слушайте. Так, а как мне вот этот сундук открыть? Ладно. Погнали, бабочек и садим. Бабочек. А, так у меня, блин. А нахера, подожди, они мне нужны были. Мне молоко нужно было. Ладно. Сейчас какую-то живность найдем. И то, что мне нужно. Может, еще какие-то есть зелья прикольные? Дракора. Сладоходка мудрости. Юс. Шо, свинья, подоим тебя?
смысле, что сделал? А, это чтобы он охранял. Нихера себе. Так, ладно. Давай тогда... Блин, я не знаю, мне нужно... А, вот для чего мне нужно. Давайте королевскую этот. Максимум. Ладно, чтобы не мешало здесь. Чтобы не мешало, чтобы не мешало. И мы сейчас отправимся в этот. Я еще два сердца дам. Если не ошибаюсь, здесь, да? Дает несколько зелий. О, пицца! Пицца, пицца, пицца. Есть. Так, теперь мы идем сюда. Где вот мои цветы, да, эти? А-а-а. Так, ладно. Где это? В зимнем биоме, да, у нас? Нифига себе. Манат, ребят, вот это фарм. Я еще и откопал. Что, почему мне никто не сказал, ё-моё, что у меня еще посох есть? Это чисто, чтобы очистить, знаете, всё. Нет ненужного. Ресурсов, жопа. Ух, ё-моё.
понимаете, я это аж потом все продам. Ох-ох-ох. И только попробуйте мне сказать, что это мне жестко. Это просто пиздец. Это не просто жестко. Просто как заработать миллионы? Сколько камней? Просто сюда заходим в камни и все. Зелье это неплохо. Бум-бум. Ну тут я, конечно, немного не понимаю все равно. Ну скажите, сколько здесь будет денег у меня, а? Просто бешеный фарм. Если бы у меня был бы не максимальный уровень, мне кажется, тут бы столько было у меня сейчас денег. Просто 20 топазов. Там уже косточек, наверное, надо. Давай, 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 мне шар нужно туда кинуть. О. Щит. Это жестко. Трика дерева. Просто что-то с чем-то. Надеюсь, и свои там я эти постройки не уничтожил. Тогда будет немного обидно. Yeah.
как-то так, ребята. Сколько у меня костей, интересно? А, сейчас все уже пропадет. Все, вот все и пропало. Вот все и пропало. Итого, что у нас есть? 5 какашек. Обсидиана до хера. Камней сколько? Ух. Мана, нихера себе. Да уж. Это что-то с чем-то. 5К камня. Ну давайте я, в принципе, сейчас черепа оставлю. Это сюда. Ну что, поехали продавать. Я понимаю, что камни нужны для этого, но... Мы с вами, в принципе, уже скоро закончим игру. Давайте еще это продам. Поехали, что ли, это? Земли покупать. Какие там? Внизу, да, земли есть. Не куплены. О, еще одно. Опасное место. Так, алтарь. Так, и с этой стороны я еще не докупил. Там верхней части. Так, 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 так. Поехали. Уже не хватает. Ну, в принципе, я думаю, к следующей серии мы уже закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.